Здравствуйте, с вами Александр Миколенко. Сегодня я расскажу про такой сорт, старинный, как пепин-литовский. Это, наверное, мичуринский сорт, я толком и не знаю, чей. Ну вот в Беларуси он распространен, на Украине распространен, потому что есть пепин золотой, там целая серия пепин-паркет, пепин-шафраны, это уже такие, ну, старые, как я русалдеповская. Это вот пепин-литовский. Чего, это мое, как бы, вкус детства, и мы, ну, очень любили его в школу в детстве брать, и они моченые вкуснее Антоновки, вот это сорт. И раньше делали трехлитровую банку, они как раз вот входят, трехлитровую банку, соль, горчица, вода, все. А вот сейчас вот более современно, видите, вот такие вот коробочки пятилитровые я делаю, залил, захлопнул, и как бы зимой, вот мы уже в этом году яблоки насушили, и сока продаем. И моченых для себя немножко сделали. Именно пепин литовский. С вами был Александр Миколенко. Спасибо за внимание. До свидания.